Ну, всегда хотел попробовать сделать высокую скульптуру. Когда-то давно приезжали художники из Красноярска и сделали высоченную скульптуру на тему Beatles. Там была желтая подводная лодка и так далее. Угу. Вот, и все хотелось тоже планочку поднять. Мы разные техники пробуем. То есть, когда работаешь со снегом, не просто делаешь скульптуру, а интересно попробовать. То она пустая внутри, то вот есть объем, и с ним можно работать. Можно его растаскивать в стороны, можно прорвать пространство в стороны, вперед, вот вверх. Ну, в прошлом году на фестивале, когда приз мэра мы получили, главную премию, мы как раз вот свою планку побили, там на 5 метров подняли кубик из 2,5, по-моему, заданных. Вырезали куски такой веревкой, ну, как колючая проволока, в общем. Когда-то раньше пользовались колючей проволокой, сейчас другие варианты появились. Просто выпиливаются куски и как строятся, как из кирпичей, из больших, и все, затаскивается наверх. В этом году мы помогли своим детям тоже в этой технике, подняли им фигурку, потому что елка полутораметровая, скучно смотрится, сделали им 2,5, так интересней. Такой хрупкий материал, как вот он, как все это держится? Ну, он же спрессованный. Он сильно спрессованный. Он сильно спрессованный. В этом году он прям был вообще твердый. То есть даже одной команде, в которой одни девчонки были, разрешили... взрослая команда, им разрешили пользоваться электропилами. Ну, цепными. А так вообще нельзя? Нет, не пользуются электропилами, не используют дополнительные материалы, не раскрашивают. Ну, то есть это фестиваль такой чистый. Есть у вас напоследок какой-то совет для студентов ваших же, которые потом будут участвовать? Какие-то, может быть, вы знаете ошибки, которые не стоит совершать, когда работаешь со снегом? Что-то такое, лайфхак какой-то от вас, как от мастера? Ну, о как. Неожиданно, прям совет. Вот, это будет не совет, это будет скорее воспоминания, да, типа истории. Вот однажды был фестиваль, довольно холодно, 26, по-моему, градусов, все мерзли, все спрашивали: ой, вам не холодно, да не холодно, говорим, не холодно. Вот, и, значит, фестиваль наш закончился, встреча замечательная, и звонок. А в Томске тоже начался фестиваль. А давайте к нам приезжаем, смотрим прогноз погоды, 36 градусов, нет, говорит, мы к вам не поедем. На следующее утро звонок: у нас 32, потеплело, приезжайте. Ладно, приехали. Приехали. Делали там скульптуру, но для себя новую технику попробовали. Это, ну, как бы основа шар, там, посвященный этим морским всяким жителям, такую сферу, и она была сделана как будто из прутов, рыб и так далее, всяких таких товарищей. В общем, она была пустая внутри, это был шарик, это было интересно, вот это такая сфера, снег вот висит, тяжесть большая. Было здорово. Но из-за того, что был мороз, вот эти 32 градуса, снег в последнюю ночь лопнул, у нас часть сферы обрушилась. Ну, пришлось перерабатывать, концепцию менять со сферы на полусферу. Да. Вот этот момент стоит учитывать, что снег смерзается и начинает, может полопаться. Пожалуй, все. А в этом году скульптура, которая... Ну, вы же были на фестивале, да? Какая-то скульптура вам больше понравилась или меньше? Ваше мнение совпало с мнением жюри? А, мне понравились, да. В этом году были новые команды, которые, ну, как правило, приезжают люди, которые друг друга уже знают, там ездят по фестивалям, там, и в Томск хрустальный посещают. Как бы ездят с фестиваля на фестиваль, им хорошо, как бы, им нравится процесс. Вот я вижу их здесь, даже команды, которые не получают место, они все равно приезжают, вот именно из-за общения. В этом году появились новые команды, и мне очень понравились эти новые команды, в том числе и победители, и Хабаровск, и Омск. Да. То есть вы согласны с мнением жюри, да? Да,